22 июня отмечают День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад войска фашистской Германии вероломно напали на Советский Союз. В парке культуры и отдыха имени Пушкина станица Северская прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Почтить память героев собрались заместитель главы района Марина Наумейко, глава Северского сельского поселения Андрей Дорошевский, руководители служб, представители казачества и духовенства, общественность. Светлая память героям, победителям, освободившим нашу Родину. Здоровье тем, кто сегодня среди нас. Мы всегда будем гордиться именами победителей и будем продолжать историю наших предков. Наш священный долг – передавать будущему поколению ту память и те подвиги, которые совершили наши прадеды и деды. Ведь без связи поколений не будет у нас мира, свободы и благополучия. Великая Отечественная война – один из самых трагичных эпизодов истории нашей страны. Она коснулась каждой семьи. К собравшимся обратился благочинный церкви Северского церковного округа иерей Максим Белов. Мы не видели войны, и слава Богу. Но сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить об этом дне. В нем нет радости, в нем горе, боль. И, похоже, на сегодняшний солнечный день превратился в день, изменивший судьбу всей нашей страны. Превратился в день, который показал нам, что такое ад и что такое зло, которое вырывается из него. Память павших защитников Отечества почтили минутой молчания, а после возложили цветы к вечному огню.